самых первых лет жизни родители учат своих детей, как вести себя среди людей. Однако им редко рассказывают о том, как общаться с собаками и другими животными. В австралийской Канберре тестируют новую обучающую программу для дошкольников. Ее планируют внедрить по всей стране. Детям в игровой форме доносят важную информацию, которая касается их безопасности. Мы учим детей, когда нужно оставить собаку в покое, когда трогать собак небезопасно. Мы также рассказываем, какой язык тела использует собака. Например, как выглядит животное, когда оно напугано. Основная цель программы – сделать из детей ответственных хозяев питомцев. На занятиях малышам показывают, как подходить к собаке и в каких случаях это будет безопасно. Мы часто ходим на экскурсии, поэтому им важно знать, как подходить к людям, которые гуляют с собаками. Программу хотят внедрить не случайно. По данным исследований, чаще всего собаки кусают именно детей. В нашей местности чаще всего животные кусают детей в возрасте от 0 до 4 лет. Вот почему наша программа нацелена именно на эту возрастную группу. И даже преподаватели в детском саду узнают для себя что-то новое. Я тоже теперь работаю со своей собакой и применяю то, что рассказала Джесс.